закрепил экспозицию, вот так вот солнышко на айфоне. Долго думал, на что снимать, думал на камеру, чтобы был качественный блок, но понял, что я же потом не скину из-за работы, типа не успею, чтобы блок этот сделать, уже наконец превратить его в что-то настоящее. Короче, все, начинаю блок, снимаю его на телефон, и вот сейчас петличка у меня здесь есть, поэтому с петлей и звук хороший, в принципе, тогда, согласитесь. Вот, все, блок начался, блок, блок. Без тьмы не будет света. Это тоже блок. И ну и как-то так там примерно, совсем очень отдаленно. Для кого этот блок будет интересен? Для тех, кто занимается маркетингом, для тех, кому интересно творчество во всех его проявлениях, потому что мы занимаемся всем, чем попало. Типа вчера мы съездили, записали тречок, вот сейчас он сводится. Мы тусим, у вас на вписках, нас не видно, мы на низком. Завтра, может быть, будем снимать какую-то рекламу. Точно не знаю, о чем нужно рассказывать. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Можно задавать вообще любые вопросы, комментарии для этого открыты. Вот, и я, соответственно, буду рассказывать об этих моментах, что да как. Чем живу и в чем заключается творчество? Вот сейчас, допустим, я свел рекламный ролик для парня своего... Нет. Для своего кента свел ролик, он ему нужен в рекламу, короче. Он сказал, что ему нужно, я его придумал, я ему выслал слова, я поехал, снял, я приехал, смонтировал. Вот, кто я такой. Вот так могу. Сейчас мне позвонили, блин, взрослые люди хотят вот ролик в ТикТок срочный. Ну, взрослые люди, куда? Все правильно, надо. Ну, хрен его знает, что с этой площадкой будет. Надо в ТикТок топить. Блог будет вот так. Неделю живу, делаю какие-то проекты, пытаюсь для вас их разобрать, показать, что получилось, и рассказать вообще, что да как это происходит. Вот сейчас я буду, ну, часа полтора-два просто сидеть на кухне, придумывать какие-то сценарии, стараться. Это будет неинтересно. Поэтому все, я думаю, следующий кадр будет где-то на улице или в машине, и там я буду что-то чесать. Все, спасибо, что в блоге. Спасибо, что в блоге. Тут написано просто мелкий шрифт, сейчас не видно. Если присмотреться. На карте у меня 50 копеек, вот, поэтому едем с пацанами что-то снимать, там денежка какая-то упадет, пятерочка хотя бы лишняя, вот, так что погнали, там детишки и мамы. Это блог видео. О, здравствуйте. Это Дима Мастеркард. Блог, видеоблог? Видеоблог. Ну, нахуя. Снимаю. Ты взрослый человек. Пиздец, Рома, иди это, на работу. Меня никто не поддерживал в моих начинаниях. Не, на самом деле круто, что ты этим начал заниматься. Я раньше не верил, а сейчас очень поверил. Короче, пишем стихотворение для очень прекрасных людей. Прекрасные они соразмерно... тому... Размером с Даудель. Да, размером с Даудель. Вот, пишем прекрасное стихотворение. Сейчас поедем снимать. Там детишки будут поздравлять свою тетю. Серега. Все, с Димасиком вот тем неадекватным съездили, подсняли семью очень приятную. Очень классно съемки прошли, потому что, ну, они талантливые. Талантливые и знают, кто их должен снимать. Вот, но я тренировки стараюсь очень не пропускать, поэтому забежал домой. Съел хурму, положил бинты в сумку, положил перчатки и все, погнал. Погнал на тренировку заниматься. Заниматься. Вот так 2-3 раза в неделю делай, ничего болеть не будет. Даже если кто-то захочет, чтобы у тебя что-то болело, то есть шанс, что не будет все равно. Мне кажется, я даже зарабатываю больше, когда тренируюсь. Не знаю. Знаешь, с чем связано? Давайте тоже. Знаете, что понял? Короче, в видосах больше времен, чем в английском. Вот, допустим, вот это время показывает то, что происходит в будущем. В скором будущем, в моменте говорения. Как-то так. Вот, я уже поехал стричься к Давиду. Это чтобы в субботу быть в образе богатого типа, чтобы снять крутой видос для зелени. Ну и Давиду надо было снять видос про то, что у него проходит конкурс. Вот, все сняли. Вот, это еще одно время получается. Вернулись в прошлое, хотя уже видели будущее в моменте говорения. Обязательно представьте всегда так. Английский
Здравствуйте, здравствуйте. Мне на первый. Спасибо, спасибо. Чё за тип? Блин, только розовый чехол. Чё за тип? Первый этаж. Это я, это. Еду снимать видос, короче, 10 раз все поменялось там, блин. Не знаю, что получится. Посмотрим. Мы на вершине. Вот, Коля запускает этот квадрокоптер, чтобы полетать там над вершиной. Еще выше. Пацаны, с которыми сегодня делаем вещи, это Тимур и Коля, они могут делать просто сочную, классную, крутую такую бомбовую картинку. Я могу делать интересные штуки, а вместе мы можем делать вот этот видос, который сегодня, это, наверное, уже в следующем блоге покажу, через неделю получается. Все, короче, погнал на вершину, на крышу, стану так на углу, буду стоять, вокруг будет летать коптер, носиться кони будут. Покемоны будут. Нет, я просто встану. Легко подняться вверх, легко упасть вниз. Скажи обойма. Вот я уже внизу, а был? А был вон там. Вот пацаны поехали. Вы хотя бы палец вверх поставили? Вот и все. Сегодня целый день я был богачом. Реально был очень сегодня богат. И образ богатый. И все примочки богатые, пальто, только посмотрите, какой крой. Все, все, я теперь опять не богат, все снимаю, но день прошел отлично. 7 часов съемок, что ли. Пацаны, все, кто сегодня был в команде, просто бомбические, супер топовые люди. Рад, что сегодня с ними работал. Мы сегодня побывали и на крыше у нас, на Столыпине, там высокое здание. Короче, жаль, не смог снять, потому что было холодно. Вот, ну надеюсь, видос прикольный получится. Надеюсь, в следующем тогда влоге покажу его, потому что уже вот неделя подходит к концу. Будет суббота, завтра воскресенье. Спасибо, что здесь. Может быть, из-за того, что вы здесь, или может быть из-за того, что у меня есть какой-нибудь талант, я когда-то и вправду стану богачом. А пока что я голый, поехал костюмчик, одежду отдавать, которую брал в аренду, все. Все, давайте.